Дорогие друзья, дорогие болельщики, поздравляю с Новым годом, с Рождеством Христовым. Хочу пожелать вам в следующем году крепкого здоровья, удачи, семейного спокойствия. И, конечно, хочется вспомнить, какой был прошлый год для нас. Он был в то же время тяжелый и очень интересный. Если вспомнить групповой этап Лиги чемпионов с мотором, это были сложные игры, очень тяжелый групповой этап, но, как говорится, мы еще остаемся в обойме, еще боремся, и все впереди в 2020 году. Еще есть шансы побороться, и мы отдадим все силы, чтобы доказать своим болельщикам и самим себе, что мы можем конкурировать с этими клубами. Что касается сборной, это был для нас очень хороший, удачный год. Впервые за последние 10 лет мы пробились в чемпионат Европы, и вот сейчас находимся в аэропорту Борисполь, отправляемся на последний этап подготовки перед Европой. Потом нас уже ожидают игры 10, 12 и 14 числа. Напоминаю, болейте за нас по телевизору, приезжайте на игры. Мы будем рады видеть наши флаги, наших болельщиков на трибуне. Мы всегда играем для вас и всегда рады видеть вас.